Видео подготовлено онлайн gdz.net, задание номер 3222. При каком значении P заданная пара чисел является решением уравнения? А. P в квадрате x плюс PY плюс 8 равно 0. Давайте подставим вместо P, вместо переменных, эту пару чисел. Мы получим P в квадрате минус 6P плюс 8 равно 0. Это будет P в квадрате минус 2P минус 4P плюс 8 равно 0. Отсюда P умноженное на P минус 2 минус 4 на P минус 2 равно 0. То есть P минус 4 на P минус 2 равно 0. P равно 4 и P равно 2. B. Минус 1 и 2. Опять подставляем выражение значения переменных, получаем p в квадрате минус 2p плюс 8 равно 0. P в квадрате минус 2p плюс 4p плюс 8 равно 0. Это будет p умноженное на p плюс 2. Минус 4жды p плюс 2, равное 0. Это будет p минус 4 на p плюс 2, равно 0. Отсюда p равно 4, и p равно минус 2. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.